Здесь меня слышно, запускаю трансляцию. В общем, получилось так, что... Получилось так, что проезжал мимо, обратил внимание, что в прошлом месяце сдали жилой комплекс U-Point от казанского застройщика. Это у них уже не первый проект, но на самом деле основной. Заезд выглядит вот так, то есть здесь должна быть слаботочка, какие-то ворота, но почему-то этого, к сожалению, здесь нет. Ну и давайте пройдем по кругу, посмотрим, что же здесь с комплексом. Вот здесь какие-то провода торчат, мы видим. Здесь табличку недавно приклеили, ремонтные работы идут. Тут никакого, соответственно, шлагбаума тоже у них пока нет. Бочка, что там, Волга написано, Волга. Для суровых условий и экстремальных нагрузок. Здесь брусчаточку разобрали, видно, что-то пошло не так. Как-то странно идет трансляция. А вот здесь видим, что не доделано. Какие-то элементы строительные, пена везде торчит. Внешне фасад смотрится красиво. Красиво вот эти колонны сделаны из бетона. Сейчас по кругу пройдем, посмотрим. Остекление красивое. Но вот пока нет ощущения, что они это сделали полностью. Комплекс для выдачи ключей. Озеленение выглядит вот так. Сейчас, хотя интересно, во дворе будет посмотреть, потому что они здесь обещали, что во дворе просто будет там ого-го, как все красивое и зеленое. Что будет по факту, сейчас с вами увидим. Ну вот, обратите внимание, что здесь тоже вот видно, видите, они разбирали, потому что надо ливневочку было сделать, не сделали. А, приямок у казанского застройщика. Просто смотрите, какая красота, да? Не плитки, обглоданные ступени, там все в воде стоит, провода и так далее. Но зато здесь травка есть подрощенная. Рядом интересный очень проект. Столбики, чтобы не парковались. Вода стоит, хотя, по идее, там не должно быть и в ливневке. Коммерция, первый этаж. Унистрой вход. Вот сейчас зайдем в этот двор с вами и посмотрим, что же здесь натворил застройщик. Фасад четкий, ровный. Как говорится, глазу. Глаз радует посмотреть. Ну вот тоже вот есть вот такие нюансы. Сейчас ближе подойдем, покажу. Смотрите. Значит, должна быть ливневка, значит, вывод воды для того, чтобы полить газон. Ну, видите, как кран сделан. Сюда подключили гибкую подводку, то есть кран нужно было ставить чуть выше. Вот здесь обглоданный утеплитель. Ну и понятно, что дверцу тоже все не закрыто, то есть это вот так останется. Вот тебе и суперпроект от застройщика. То есть делали-делали, а до ума довести, соответственно, к сожалению, не смогли. Так, вход для жителей и гостей. Ну вот здесь деревьев, как обещал застройщик, я, честно говоря, не вижу. Здравствуйте. Трава есть. Деревьев очень мало, потому что я помню, на рендерах здесь было все красивое зеленое. Но по факту здесь такого озеленения нет. Видим, что траву косили. Вот такие, кстати, прикольные элементы сделаны. Не знаю, бочка, кстати, останется или нет, интересно тоже. Издалека сразу видно, где какой подъезд. Спортивная площадка, дань нормативов. Не знаю, кто вообще, в принципе, и пользуется. Но фасад, фасад четкий. Фасад четкий, внутри приятно. С деревом вот это тоже смотрится классно. Песочница, но ну, тоже, да, смотрите, чтобы песочницу зайти, здесь достаточно высокая ступенька, то есть надо детей, по идее, туда закидывать. Но с другой стороны, зато они там будут лазать и заниматься своими делами. А здесь тоже кустики. Тут снова с ливневкой пошло что-то не так. Они все поразбирали. Внизу паркинг.
фасад здесь видно намыт. Здравствуйте. Конечно. Не могли бы не снимать меня? А я не снимаю, у меня прямой эфир. Вы главное сюда не подходите, вас тогда не видно будет. Второй подъезд. Здесь, соответственно, есть урна, есть... Слушайте меня, да? Что? Тогда чем ты снимаешь? Ну так отойдите от меня, не подходите ко мне. Я думаю, ваше руководство сейчас увидит, порадуется. За вас. Третий подъезд, помню, здесь сделал обзор, как раз вот тут проходил. Вот смотрите, тоже. Большая цифра 3. Сразу все видно. Квартиры. Четкие указатели. И здесь очень интересно, кстати, сделано. Типа они так бетоном сделали. Здесь, соответственно, вот получается идет брусчатка, а здесь идет, да, какой-то такой специфический бетон, покрытие. И обычно у застройщика вот эти элементы, там получается грим. И здесь этого нет. Они там забивают песком, и просто, как говорится, все видно. А сетка, чтобы ноги вытереть. Еще одна сетка. Внутри мы уже были, видели всю вот эту, соответственно, красоту. Колясочный, где-то я вот здесь был. Тут у них, помню, на рендерах есть, было то, что здесь, соответственно, должны быть кадушки зеленью. Ну, что-то пока этого ничего нет. Надеюсь, поставят. Но внутрь дальше не буду заходить, а то, наверное, связь пропадет. Это я уже, в принципе, вам показывал. Сейчас еще дальше по кругу пройдем. Тут что-то подключают еще. Ну вот сами зацените двор. По мне смотрится красиво, но деревьев, конечно, не хватает. Причем не хватает их очень сильно. Причем вот рябинка засохла. Вот это я не знаю, что за дерево, тоже видно, подзасохло. Поливать, конечно, надо. Ливневка. Ну вот здесь примыкание плохо сделано. Надеюсь, что переделают. Щитовая закрыта. Ну, вот это, кстати, интересная конструкция. Здесь будут и подростки. И вообще, в принципе, знаете, такой маленький свой амфитеатр. Прикольно. Вчера, кстати, куб обозревал жилой комплекс. Там застройщик через месяц ключи выдал, а здесь еще видно им работать и работать. В лучшем случае через месяц только начнут, наверное, выдавать. Видим временное электричество. Вот оно подключено. Вот такой батут. Прикольная тема. Вот эти тоже с деревом. Эх, бедные, несчастные. Эх, жалко деревьев. Вот грязь еще. Ну, такие не готовы они, конечно, видите. Тоже они сдают так себе. Недостроенные дома. Ну, конечно, самое основное – это вот окна на бизнес-центр. Кому-то нравится, кому-то, соответственно, нет. Место интересное, до метро далеко. На балконах, видимо, такие здоровенные, но причем практически ровные выводы под воду. Я ожидал, честно говоря, от них большего. Но мы с вами видим, что с озеленением тут не очень получилось, как они рисовали. То есть маркетологи, конечно, круто работают. Да, я иду. А по факту получается, что когда, соответственно, сдают объект, то он почему-то сдан не так, как у них на рендерах. И для меня лично это печально. В подземном паркинге там еще ведутся работы. Сейчас с другой стороны пройдем, тоже посмотрим.
Интересно, кстати, заезд паркинг сделали, потому что обычно у всех это либо бетон, либо камень, а здесь, в принципе, ему не стекло. Стеклопакеты стоят однокамерные. Ну, а там еще видно целая толпа строителей, еще работа. Тут, видите, тоже что-то должно быть из слаботочки, но вот сдали, соответственно, раз в проекте этого нет, то это не поставили. Да, вот здесь будут красивые фотографии. Странно, кстати, у Ютуба на трансляции почему-то вырубается стабилизация телефона. Все прыгает. Лавочки сделаны прикольненько, так уютно. Парковка совсем небольшая. Я даже не знаю, где здесь будут люди парковаться. Да, вот видите, вот как раз они шлагбаумы ставят. И вот делают это только сейчас. О, прикольно. Вот это круто. Прям как раз по фэншую все подходит. Стекло разбили. Ну вот все, и вот другая сторона. А, тут ворота открыты, можно было там пройти. Вот здесь комплекс, все. Больше тут ничего нет, друзья. Пишите комментарии, как вам.